Ребятки, привет! Вы на моем канале Маргарита. Не забываем про опцию «Супер спасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Ребятушки, слушаем новую для меня группу «Хироботер». Правильно? Так, «Рокстар». Поехали, друзья. Так вот, картинка. Ночью в лесу. Что делает, интересно? Вот что он делает в лесу ночью, а? Луна там светит и эту полянку освещает. Посмотрим, о чем трек. Начало какого? Музыка интересная, музыка, ребятки, интересная, такая лесная, можно сказать. Угу. Лесная. Вот он поет, он в лесу находится и поет в лесу. И опять девочек плохими словами называет, ребятки. Плохие, как девчонки, говорит. Ну, мы знаем, почему они плохие. Поехали дальше. Как называется? Как там? Как? Хиронватер. Ребятки, вот настоящий хиронватер. Извините, пожалуйста. Что скажешь? Ну, песня, голос как? Голос мне понравился, ребятки. Ну, я... Понравился голос. Красивый голос. Хорошо читал. Слух голос. Есть? Слух есть, конечно. Музыка интересная. Музыкальность. Музыкальность есть. Ребятки, слова говорить не буду. Не буду говорить, значит, так. Вот оцениваю, а голос нормальный. Голос от 1 до 10 баллов. 10. Угу. Молодец. Музыка нормальная. Вот видите, в лесу стоит. Страшно. Ну, послушать можно, молодежи. Посмеяться. Да, посмеяться. Я, конечно, вот это вот так, раз, вот туда. Вы поняли, насчет чего я, да? Насчет того, что он. Да, ребятки. Ну вот и все, ребят. Что могу сказать? Молодец. Голос есть, музыка есть. Но я еще послушаю у него песни, треки. Мне интересно, все ли такие у него треки? Вместе послушаем, друзья, вместе. Пока, мои хорошенькие.